вы рождены, чтобы побеждать. Придите и научитесь. И научите других. Мир ждет вас. Вас ждут сегодня люди страждущие, нуждающиеся, больные, зависимые. Ты можешь стать ответом для них. Я верю, что в служении год для Бога, после него и во время его вы положите основания для своего нового хождения пред Господом. Примите решение посвятить свою жизнь на один год Господу, и вы будете благословены. Тебе важно быть здесь. Это призыв для тебя. Бог хочет изменить твою жизнь, и Он ждет именно тебя.